Всем привет! Сегодня снимаю свой заказ Avon по компании номер 3. Это второй заказ, заказ второй недели. Он будет у меня самым маленьким, но таким косметическим чисто. Себе я заказала, естественно, по фокусу новинку Планета Спа, турецкий хамам. Это крем-гель для душа. Он такой какой-то пришел грязненький. Но это мне, это ладно. К нему в набор входила очищающая маска Планета Спа. Кстати, маска, она вот такого вот цвета, коричневого. Куда же? Ну да, светло-коричневая. А гель, сейчас покажу вам, а гель черного цвета. Прям вот черный-черный. В пустых баночках обязательно вам расскажу о их свойствах. Так вот, господину. Также я себе по распродаже заказала смываемый лосьон-кондиционер Skin So Soft. Скоро у нас будет новинка, поэтому надо, думаю, старенький попробовать. Также по фокусу нам предлагалось за 250 рублей купить набор, состоящий из гель для душа «Дивная сказка». Мне он очень нравится, поэтому я решила его заказать. Маски для волос «Секрет совершенства». И третье, что туда входило, скраб для тела серии «Планета Спа». Ее не оказалось на складе, мне ее не прислали. Также из того, что не прислали, вам покажу. Клиентка у меня заказала набор «Сияние Востока». Набор ходил за 300 рублей, три средства. Первое — это очищающее средство для лица. Оно пришло, никаких претензий к нему нет. Второе — маска для лица, тонизирующие секреты «Сияние Востока». Она пришла вот в такой грязном виде, в такой вот грязной тубе. А скраб у меня в накладной числится, а по факту его не прислали. Буду оформлять недовложение. Видимо, праздники, зоопарки, и не положили. Также у меня заказали гель для душа Сенсенс. Морская лагуна. Такой постоянно заказываемый гель для душа. И к нему в пару клиентка заказала скраб из этой же серии. Скраб тоже такой мятенький пришел, но вот сейчас выпрямляется в процессе. Так, еще был заказан вот такой наборчик. Это, опять же, гель для душа Сенсенс, прохладный оазис. И в пару к нему в наборе шла маска для волос витаминной серии Naturals. Вот. Сама я ни разу не пользовалась такой маской, ничего сказать не могу. Так, также заказан был вот такой наборчик. Это нежный миндаль и ландыш. Это новинка третьего каталога. И вот если сравнить, это гель для душа и вот это лосьон. Смотрите, какого приятного цвета лосьончик, такой кремовый, и какой грязный гель для душа. Ну, аромат приятный у того и другого. И третье средство, которое входило в этот набор, это спрейчик. Вот. Цена была тоже очень хорошая, плюс на эти средства была закрытая распродажа только для представителей. Это было 40% скидки, и там что-то за 130 рублей полностью этот набор выходил, очень выгодно. Также у меня девочки заказали набор Планеты Спа. В набор входила пена для ванны «Безмятежность Прованса». 250 миллилитров. Так. И второе средство — это твердое мыло кусковое Планет Спа «Безмятежность Прованса». Очень мне нравится это мыло и ароматом, и по свойствам по своим очень хорошее. У меня вот недавно такое было в пустых баночках, кто смотрел. Так, крема для рук. Две штучки были заказаны. Это серия Кеа. Розовая магнолия. Это у нас как бы новинка, как раз весенняя. И второй крем для рук — это совсом.
и ромашкой, но вот видно на складе уже русскоязычные тубы закончились, прислали полностью на английском языке. И сзади, ну, может быть, тут есть, конечно, на русском. Ну, в общем, это овес и ромашка. Два вот таких кремика для рук. Так, дальше у меня осталась тут серия Инью. Это Инью Клиникал идеальный лифтинг, крем для лица. Подходит для любого возраста, постоянно его клиенты покупают. К нему в комплекте шел скраб. Была очень выгодная цена на эти наборчики, плюс для представителей при заказе серии Нью на 1300, там без 10 рублей, была скидка 40%. Дальше вот такой ньюшный крем «Заряд энергии ночной». Вот это я заказала себе, и к нему шел гель для умывания очищения Нью. Буду тестировать, пробовать. Так, и... Нет, я вас обманула. Этот гель я заказала отдельно за 300 рублей. В набор крему шла мицеллярка. Мини-версия мицеллярки, ее очищение, которая как бы борется с возрастными изменениями. Но не знаю, сколько мицеллярка может с ним бороться. Так, и у меня, как всегда, пробнички. Это шли они в комплекте к каталогам. Естественно, у меня купончики за заказ. Каталог номер 4. Обзор на него, наверное, завтра смогу вам показать. И каталог номер 5. Вот такой вот был небольшой заказ. Сейчас буду оформлять недовложение. Заказ я очень долго ждала. Я одну коробку, это было две коробки, одну коробку практически с одними бумажками и пробниками, и одно мыло там было с мицеллярочкой, вот с этой маленькой, я получила в субботу, а все остальное вот сегодня в понедельник вечером, то есть одну коробку поздно дослали, и то недокомплект. Самый интересный заказ я получу уже в этот четверг, там будет помимо косметических средств еще платье из Genetic. Буду его мерить, все вам покажу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Там у меня заказ огромный на 10 с лишним тысяч. Там, в общем, будет практически все, что есть в каталоге номер 3. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока.